Но мы по самой премии видим, что количество тех, кто участвует в популяризации науки, с каждым годом становится больше. И об этом свидетельствует интерес к премии. В этом году мы вручать ее будем в 9-й раз. И мы видим, как даже за последние 3 года она очень серьезно выросла. Потому что, если вспомнить 2021 год, который по решению президента Российской Федерации был объявлен годом науки и технологий, у нас было 700 заявок из более чем 60 регионов России. В этом году почти 80 регионов России участвовали. Само количество номинаций существенно выросло более чем в 2 раза. Сегодня это 14 номинаций. В том числе, учитывая год педагога и наставника, это отдельная номинация наставникам, и наука миру, направленная на развитие отношений между исследователями в разных странах. Мы считаем, что свою роль эта премия национальная, безусловно, выполняет.